Мне страшно. Страшно, что Вуд не подстелится. А он, сука, всегда подстилается. Но тем не менее, я до сих пор боюсь наступать туда. Сейчас, в те минуты, когда моя вера дала слабину, это особенно страшно. Но сегодня я посмотрела мультик. И вот я не понимаю, вот в питерский я вот на том ездила. Вроде бы нет. Он разве до Москвы не идет? Что-то мне нагнали, по-моему. Ну ладно, пофигу. И вытянули из неба было. Похуй. Раз уже купила, значит купила. Сегодня я посмотрела мультик, который своим последним выражением в конце поддержал меня. Знаю, что сказал. А если Луна сказала, значит, этому стоит верить. Вот так. Ребята, у меня даже что-то получается. Смотрите. Смотрите, видите? Удивлена. Не знала, что у меня даже что-то будет получаться. Ладно, идем дальше. Мне кажется, начала втыкать, как достигается объем. Пассажирка Мурсалимова, подойдите к четвертой кассе. Подходите, не подходите, я боюсь. Что там такое? Я съебала с вокзала. Я вышла на улицу без палева, посмотрела в окно. У четвертой кассы стоял какой-то неизвестный мужик. Потом чуть ли не хочу выяснять, зачем я им понадобилась. Забыла совсем про вас. Я все-таки еду в поезде. Я села в обход. Я ушла в Макдак, посидела, подумала. За 20 минут вышла из Макдака. Бежала. Здесь была... Там, короче, с лестницы была... Ворота закрыты. Я ебашила свои вещи через эти заборы закрытые. Там, короче, такая херня. Вот, а здесь проход, а здесь бездна, короче. Я там ебашила свои вещи, перелазила через эти заборы. Добежала до первого вагона, сказала, пускайте меня. И на самом деле на это и был рассчитан мой план, чтобы не садиться в своем вагоне. Потому что непонятно, что там за сюрпризы меня ожидают. Так, теперь план такой. Тусуемся в тамбуре целый час. Я во втором вагоне. Мой вагон 13, как обычно. Уже не первый раз. Вот. И потом... Не мешаю, нет? Нет. Вот. Закрывайся. Вот. Видишь, закрылись мои силы мысли. Вот. И когда меня проводница отсюда выгонит, у меня ой как много тамбуров до 13-го вагона, потому что до безопасности вообще я предполагаю, что все-таки это Владимир, наверное. Он так не хотел, чтобы я от него съебала и уехал в санаторий, что вполне мог предпринять такие штуки, тем более у него связи много. Я предполагала, что я буду съебывать. Что будет за мной погоня? Вот, пожалуйста. А вам удобно? Да, нормально. Так надо? Да, нормально, это показывает все. Вот. Проводница. Проводницы уже начинают палить. Так что. Вот кто так еще может приехать за 5 часов до поезда? Что такое-то? Только я начинаю снимать, как агенты Смиты нахлынывают. Как обычно. Я вот сидела вот сколько? Минут 15, никого не было. Ну так вот, кто еще так может приехать за 5 часов, даже за 5,5 часов на ЖД вокзал до отправки поезда? И все равно бежать на поезд и за 5 минут впрыгнуть в этот гребаный поезд? Нет, 5 минут это еще хорошо. Это уже хорошо. 5 минут, не одна минута.